Всем привет! Интересная посылка. Здесь светильник, ночник. Хочу себе установить в коридоре, чтобы ночью, так сказал, подсвечивал дорогу. В туалет там, на кухню. 14 дней добиралась эта коробочка до меня. Светильник вроде как Xiaomi. Вернее, это дочерняя компания фирмы Xiaomi. Ссылки в описании на стоимость, где я покупал, какого продавца, и кэшбэк-сервис до 15% AliExpress, зарегистрируйтесь, и будет вам счастье. Покупайте у любого продавца, любой товар, до 15% дешевле. Кстати, скажу по секрету, там даже до 90% доходит. Просто надо определенные товары искать с таким кэшбэком. Также все там присутствует. Так, коробочка небольшая, конечно же бумажная, прошу прощения, задел камеру. Так, что у нас тут? Вот, кстати, логотип компании Xiaomi и рядом логотип дочерней компании, я забыл, как называется. Здесь китайские иероглифы, ну и картинка самого светильника. Сзади у нас характеристики на китайском. Думаю, особо не интересно. Так, ну что, давайте распаковывать. Интересно по поводу, конечно же, меня интересует по поводу батарейки. Наверняка китайцы ее не положили. Эта пломба вскрыта. Видимо, проверяли товар. Так, не с той стороны, наверное, открываю. Да? Но не суть. Попробуем с этой. Так, ну смотрим, так, это крепенько, должно до вас доехать без проблем, все в пленочках. Светильник, кстати, небольшой, маленький, я бы даже сказал, где-то сантиметров 7, наверное, примерно. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, я вам даже сейчас замерю. 8,3. Так, а так у нас 3,5. Окей, что у нас там еще в комплекте? Так. Вот такая штуковина. Это, видимо, крепится сзади светильника и подвешивается к стене, да? Тут больше ничего. Да, здесь больше ничего. Это инструкция на китайском. Угу. Да, инструкция. Надо будет потом посмотреть повнимательнее. Ну, давайте я вот так вот проведу вам, а вы поставьте на паузу, если вам это интересно. Вот. Так. Опаньки. Ну, так ничего, выглядит довольно симпатично. Так, и сзади. Опа. Так, абсолютно не понимаю, как он работает. Инструкцию я также... А, вот это я зря оторвал, потому что это, друзья мои, двусторонний скотч. И тут я, конечно же, поспешил. Надо присобачить обратно. Иначе он запачкается. И не приклеится. Ну ладно, это я потом еще поправлю. Так. Так. Что тут? Как тут разобрать? Так, ну, сдвигается крышка. И нашему доступу предстают слоты для батареек или аккумуляторов. Вот так все выглядит внутри. Так, сейчас я посмотрю, есть ли у меня таковые батареечки, и продолжим. Так, вот дешманский попробую поставить. Так. Ну, вообще сейчас у меня над столом горят совбоксы и много света. Я думаю, он срабатывает. Ага, вот сработал. Все в рабочем виде. А как его выключать? Опять надо смотреть. А это что у нас? Ага.
То есть он еще горит, просто яркость поменьше. Ну, прикольно. Ну, в общем-то, друзья мои, вот такой вот товар пришел. Вот. Кстати. Ну, теперь уже надо... Тут датчик движения, он должен срабатывать, когда вы двигаетесь ночью, вам надо подняться, вы плохо видите, да, в темноте. И стоит датчик движения установлен, он среагирует, и появится вокруг вот свет, который вам будет освещать дорогу. Ссылки в описании, переходите, регистрируйтесь, смотрите, сколько он сейчас стоит. Ну и кэшбэк-сервис не забудьте зарегистрироваться, купите значительно дешевле. Подписывайтесь на канал, всего доброго, до свидания.